тыкайте на сумон. У всех пинг повышенный сегодня? Да что-то последнее время вообще пиздец. Нет, вот именно сегодня, сейчас. Сейчас, да, сейчас 144, обычный 21. Задержка 110, да. Обычно 6, 8. Там 7. Хераси, 168 пинг. Прикольно. Активация в интернете, походу. Урлит. На стресс можно вместо Зукли закинуть, если надо. Зукля, тебе сильно надо, леди? Тогда закинул, пока что. Там потом, может, если что. Так, Old Karga, вот этот зайдет лок. Дэн, ты тут? Дениска, прием. Он пишет в владелку, кажется. Чем позырим? Да, вот он зашел. Ага. Так, получается, что? Так, как обычно, Илаша, значит, твой кружок. Так, все в диссе, кто в рейде. Сейчас, ну-ка, чекну. Ставлю рыбу. Ешьте. Ой, залагало что или что? Угу. Сервак. Вак. Ходу рычара починил. Может быть, какая-то обнова еще была сегодня. Да, все ТТГшные чарки сменили. Сменили, новые какие-то сделали. Да, некоторые реворкнули. Занерфили, можно сказать. Некоторые занерфили. Хуёво. Можешь сейчас посмотреть. Надеюсь, вообще хуёво. А еще добавили это в ТТГ кристалл для смены чарки. О, ГЦ, блядь. А я что-то не вижу нихуя этого в новостях. Что смена чарки? За 50 баджей ТТГшник добавили смену чарки. То есть ты можешь любую чарку себе выбрать и повесить? Нет, рандом. Не понял. Рандом? Крутить, либо рандом. Должна быть ТТГшная шмотка, да? ТТГшная шмотка, да. Ты берешь. Рандом на твой класс? Ебать, у меня 500 штук есть. Рандомная классовая или рандомная бесклассовая? Рандомная просто. Ну, типа, если у тебя кожа, то ты не сможешь варовскую чарку получить на нее, к примеру. Вот так она привязана. Это логично, нахуй. Ну, ты понимаешь, сколько там обычных чарок, нахуй? 2% да, скорости, 2% залупы, блядь. Да, да. Это херня, честно говоря. Ну, да, как раз 10, то, что ты получишь. Даже принципе, меньше. Не, побольше. Можно покрутить. Ну, теперь это надо давать приори по сету. Ну, в прошлый раз мы дали кожные перчатки Святосу. Он не сможет получить чарку варовскую. Но пока чарки варовской нет, он же может их носить, правильно? Ну, да. Ну, я, к примеру, мог сейчас бароговскую чарку накрутить. А, ну да, вот в этом плюс, конечно.
Сейчас, по сути, любая упадет, перчатка эта, блядь, и можно уже вам закинуть, чтобы вы крутили. Да. Ну, это хуета, пиздец, конечно, крутить что-то там, блядь. А что так и висит? Будет. Угу. Диско. Из чарки будет шмот падать, что ли? Так? С чаркой. Рандомно. С чаркой, да. Но так, если не понравится, ты, короче, идешь крутишь. Да, идешь крутишь. Рулетка ебаная, нахуй. Хули, нам тут на X4 рулетки не хватало. Казино. Мы это и мы это, этого и ждали, нахуй. Сейчас еще брюли туда добавят, блядь, за баджики, нахуй. Вообще заебись будет. А потом еще категории придумают, нахуй. Свои. Шел, блядь, с X2 от категории брюлей. В итоге чарки крутим на X4, нахуй. Я ебал, блядь. А кто сказал про РЛК? То, что там падают ТТГшные шмотки. Я говорил. А ты видел прям шмотку? Бля, я пошел, я тебе говорю, я два, блядь, в РЛК зашел. В первом РЛК, блядь, моб забагался. До ласта не дошли, короче. И просто рейд рассыпался. Пошел во второй, блядь, на втором боссе, короче. Бажный босс оказался. То опять рейд развалился. Я так и не дошел до конца. После 5 бати это проверили. Как сказка просто. Да, пиздец. Зачитряли, как сказка какая-то. Ну, СРЛК 200 с первых. Нет, там это, блядь, там скрины, чуваки. А уже нет смысла идти, поскольку, походу, сейчас и фиксанут эту хуйню. Да, возможно, блядь. Поэтому я быстренько хотел сходить, может, что-то выберу. Ну, вот тут сейчас, блядь. Проебали вспышку, да, получается. Ну, походу, да. Ну, блядь, скажите, как будет запускать, я дойду пока. Блядь, повесил КД, и там ни одной шмотки не упало. Упало, короче, одни пухи падали. Эти пидорасы даже не стали шевелиться. Там что-то, блядь, они... Что-то пацану этому писали, который там составлял бакрепу. Просто пухи упали, и все? Просто пухи, блядь. Ну и как обычно, там питомец этот ебаный. Даже кристаллы не падали. Все, кристаллы тоже за баджи добавили. 180 баджей кристалл совершенствования. Ебать, это там, блядь, ганкерам просто, блядь, рай, нахуй. Сейчас опять все начнут, блядь, ТТГ ебашить. Армии. Они этого и хотели, блядь, хули. Ну да, чтоб на Нарегонда. Ну, идите, покупайте. Че там, сколько денег стоит? 100 роста, 20 рублей, 150 рублей. Пусть они лут поменяют на Нарегорне, и тогда народ подвалит, ебать, туда. Я тут думаю, хотите посмотреть видос, как леди убивается от совы? Такая тишина, блядь. Да давай запускается, он делать нечего. Ждем рестарт. Только его надо найти, блядь. Сейчас попробую без звука, вроде как будет, париться не хочу. Просто экран включу вам. Тут надо еще найти, блядь. Так. Все так на месте образуем, да? Угу. Так. Ну вот, допустим, и гер для профа, это значит там леди убивали. Давай подрубим. Где там, блядь? Не, лучше ее звук офнуть. Так, что это? X2 запускают хиджо. А, ну вот, что-то бьют. Видно, нет, картинку? Угу. Вот они, герои. Азерота, бля. И из них человек 20 уже на X5 играют, бля. Какие герои, блядь, бичи обычные. Ну вот как мы с вами хотели делать, вот так же там в центре эта вся хуйня заливается. Ну тут вот если посмотреть, кто дает контроль кроме меня. Здесь два ардрушника, они еще дают контроль со мной. Там хилить нехуй, если в луже не стоять. Ну вон фаза пошла. Тут что-то скорость что ли, блять, увеличена у меня стоит. Да, X2 скорость. Что они быстро перевели. Ну вот, если что, так для справки, вон ледяная коса, нахуй, это ДКшник ебанул. Мгновенной своей хуйней.
Может, с этого трая не ебанется, вон что-то, блядь. ДЦшник сдох. Духи здоровые, пиздец. Ага. Сразу видно. Дух появился, оббегаешь. Смотришь не на тебя, стоишь, бьешь дальше. Ну, все да. То же самое. А трэш да. Тоже выходит, да, здесь? Да, три моба. А, три. Чем БРов нету, нихуя ДЦшник не лежит. Ну бьют пока, хули. Ну трэш, что у вас милики бьют, что ли? А хуй знает, кто-то бегает, бьет. Наверное, это вайб будет. Я хуй знает. 30 лямов. Ну маны 28 лямов. И 60 лямов хп, блять. 90. 89 тысяч. Вайб, скорее всего. Ну-ка. Что-то не могу понять, добили ее или нет. Скорее всего, легли все. Да. Давай, дубль, всем привет. Скажите, пожалуйста, серф лежит, да, или что? Привет, да. Да, да. Ну, вот... Я зашел. Меня сейчас слышно было? Здорово всем. Ну да, да, здорово. Ну я зашел на локи. А, зашел, пускает. Вроде как это победный пул. Победный пул нас сейчас ждет в игре. Ёбаный в рот, запустило. Сейчас походу лезет. Мне кажется, опять сейчас нас выкинет. Сейчас обратно нахуй запучится. Давайте леди убьем до 25% заскриним. Точно. Чтобы администрация там 25 пыталась набить. Там до 10 надо. Ага. И они еще скажут, вы там начните бить босса, а мы придем, посмотрим, если у вас рейд справляется, нахуй мы вам хп босса опустим, блядь. Ну это тоже еще от ГМа зависит, какой ГМ попадется. До 10% довести так-то, блядь. Тоже тяжеловато будет. Первую фазу еще хуёво живем. Кто свалил? Дайте мне Патя. Я РЛК пошел бегать. Я тут стою. Он тоже в РЛК был, блять. Бля, мы не успеем шмотки РЛКшные собрать. Да и хер с ними, чё? Да там топовые чарки на меня лежат. Так же, как зов взломанный, да? Да, да. Слышал, Влад, там типа чарки падают с РЛК? ТДГшные. Вон форум чекнем, статью скинул. Читай статью, поймешь, что ее уже распиарили, все. Значит, не будет. В чем мем Серега с ДР? А, это странный мем, он пошел по случайности. Он еще с офы пошел. Да, старые. А, чарки. Ну, переделали их. Переделанные. Вот, который на крит было, там 4%, сейчас подрезали 3%. Да, есть такое. До сих пор плачу. Переделали, но у меня... крита сделали это. Сделали 3% крита, я так понимаю. Ну, там написано использование, но я не могу ее использовать. Попрожены 3% есть... крита или что? Вот есть игрушка манекен. Ну, у меня вот, например, отображение, то, что у меня на тапках было 2% выносливости, исчезло почему-то. Сука, какого хуя? Почему так, нахуй? Короче, чарки надо пересмотреть, все. Смотреть, все нормально. Не, теперь у тебя 3% запас здоровья. Да, а у меня не видно. Это, видать, надо обновлять лаунчер.
3% это заебись, это кайф, это охуенно. Было 2, стало 3, нормально. Да, вообще неплохо. Кому-то апнули, кому-то резану. Так, Геншин. Ну что, все подошли сюда уже? Еще раз тогда ставлю рыбу. Я релогаюсь. Да, я релогаюсь. Так, чем место у вас хуй, да, короче? Ну, это самое. Это что, два носка, который? Угу. Так, два носка. Кого бы почилить и отправить? Я вот думаю, это Мили какого-то, что ли? Отправь меня, да и все. Топу. Топу? Да не, мне не принципиально, типа. Давай, давай, ебашить надо, нахуй. Надо выкладываться на леди, стараться. Топа. Туда, на стресс, поменяй с нустрессом. Так, с нустрессом, давай, с нустрессом. Ну, все нормально. Милика вдохуя. У тебя же лук падает. Это, Травис, ты тут, Диси? Блядь, Травис, еще ты еще... рыба стоит, рыба стоит. У него есть. Здесь он лагать будет, поэтому я ему скажу, если что-то нужно от него. Ладно. Тогда смотрите по контролю. Отпустят, подруги. Ладно. Что случилось? Про контроль разговаривает. Это Биг Дэм, как всегда, охуярит. Этот, кто там, кого мы свичнули? Топу, протонись там вдал и два носка надо сунуть. Да я уже. Я тогда пойду пока сбегаю в РЛК, гляну что там. Да, да, давай. Давай. Как? Пришел тебе Сумон, нет? Да, он уже тут. Так, Равист, все квадраты. Принял он там про квадраты. Зивандис, ты тут, Диси? Вот это самое, все треугольники. Это я говорю про людей, которых берет в контроль. На них вешаются три метки. Квадрат, треугольники, луна. Ага. Это твои будут треугольники. Вот. А... Слушай. Да, чего? Да. Только поставьте. Да, босса, скорее всего. Да, как вчера будем бить. Ставим треугольник, под контроль попадает, то это контроль. Столик. Столик. Луна. Дайте столик кто-то, Мэйя, два носка. Луна, это будет... Если, допустим, Мишка свободен, Мишка хамиль Мудиси, если, допустим, свободен, то хуй с ним кинь там на луну, на какую, на ближайшую там вихрь, ну, типа Кастани. Но так, в принципе, это не твоя задача. Вот эту луну делит между собой. Вот давай, Акиса, Призан, по очереди будете. Первый контроль Акиса, второй Призан. И так чередуйтесь между собой. Чуть что, в критической ситуации есть подстраховщик, вот Элем. Это я говорю про жабу, вот этого проклятия. Ее надо снимать. Когда челик с контроля вышел, ее снимаете. Снимать могут он. Что там, два шамана, я надеюсь. У них вкачан этот. Вот очищение духа вкачано. Вот проклятие снимайте. Проклятие еще можете снимать магией. Не только можете, а снимаете. Потому что с этим проклятием там КД вешается на скилл, который юзаете. Вот, это по контролю. Ну, имейте в виду, все остальные тоже там овцу кинуть в луну, фир в луну. Если берет Рависта в контроль кота или второго кота в контроль, это пиздец. Это надо дать в них всю хуйню. Фир, стан, оглушение какое-нибудь, петом, ну, любую хуйню там, ослепление, рогай, чтобы они вас не разъебали, потому что коты разъебывают на раз-два. Вот теперь по танкам. По контролю, это до конца боя. Имейте в виду, что перед контролем там за 3 секунды либо пухи снимать, либо ДБМом. И еще можете с толпы выбегать. Миликов касается, который будет леди бить. Выбегаете, потому что пока вы выбежите, хоть какое-то время не сдохните. Там хоть полсекунды дадите людям на контроль время. Вот. Теперь по танкам. Кто кого танчит. Значит, Ивилаша. Твои два моба. С кружка приверженец, гриппаешь звезду. И моб фанатик с крестика, он конкретно твой. Твои действия. Гриппнул приверженца. Дальше фул агро набираешь на крестике, на фанатике. Биг дэмэдж ты набираешь. Ты гриппаешь с ромбика.
И фул набираешь агро на любом мобе, который будет с треугольника. Либо это приверженец, либо этот. Это он. Фанатик. Если фанатик, отворачиваем мобов, фанатиков, лицом от звезды к треугольнику звездом. К треугольнику лицом. Вот. Ну тут милики не будут бить, так что это. Все равно отворачиваем там. Мой моб с луны я гриппаю. И Мишка, твои мобы, два фанатика с квадрата и с черепа. Хант, ты Лара тут, в Диси. Значит, твой моб непосредственно на Мишку, на хамелеона напуливаешь с квадрата фанатика. Вот, а Мишка, ты начинаешь, ну, с этой, как он называется, лапка, звериный этот огонь лунный, или как он там, блядь, волшебный, с квадрата. Вот, и уже тот фанатик, когда подбежит, уже начинаешь их хуярить и подвоишь звездочку. Все мобы здесь в центре заливаются ОЕшкой. Все милики, первая, вторая пати, сидите на боссе, хуярите босса. РДДшники, когда выходит трэш, вы тоже хуярите это босса. Приоритете, ну когда выходит трэш и достигает звездочки вот этого круга центрального, вы поворачиваетесь и сдаете все АУЕ. Ну, соответственно, свое АУЕ вы знаете. Там. Или а что-то... у Луки есть неистовством в этот раз? Со станом нужен лок, обязательно дестрик. У меня есть этот скилл, но просто если у кого-то еще есть, я даю первый. Сейчас я посмотрю. Так, Химиса Дебон. Викторка. У тебя есть. Это очень важно, дать мобам не взорваться. У Олда нету стана. И имя имен тоже нету. Но если вдруг будет не хватать, то сделайте там, перекачайте талант. И даете АУЕ в эту хуйню. Хантам, град, стрел, магии, близзарды даете. И Локи эту хуйню, как называется. Огонь вот этот, порч, семя порч, вот эту всю парашу сюда заебываете. Вот. Ну и соответственно... Все распределил. Остается это. Первую фазу переведем. На второй фазе самое главное. Будут выходить три моба. Либо слева, либо справа. И ими занимается хамелеон непосредственно. Все ДКшники сидим на боссе. Там первые на пулы на войда дадите. А дальше уже это самое. Так, на стресс помнишь эту хуйню, что я вчера говорил про вмешательство? В силе там у тебя все это стоит. Сможешь сделать. Потому что ты единственный вар, это будет очень большая помощь от тебя. Ну и там сальва у нас урарника есть, и у двух холипалов. Так, ну давайте посмотрим, что как играться будет. Сейчас. Еще раз, Мишка, квадрат, череп, да? Да, Мишка, квадрат, череп, два фанатика чисто. Все остальные мобы на нас. Так, даю отчет, все готовы. По отчету пуляем. Погнали. Давайте, фулл АУЕ. Контроль, контроль, 2 секунды, готовимся. Фул контроль людей. Варс трактину. Так, мобы 3 секунды, Гримзол вставай. Зиванди срез и Химису. Попробуем дальше поиграть. Давайте фулл АУЕ по мобам. Контроль. Дофуя перерожденных. Т
Так, трэш 3 секунды, Викторка лежит. Бидон встал, ставь тотем сразу бидон. У нас приверженец. Не, ложитесь. Надо миликов добавлять на трэш. Трэш долго сдыхает. Так, кого с миликов добавлять будем? Ну, вчера я его ешу. Потом разогнулся. Хискор, если что, 0 у Йоруна. Вообще, надо бы всех, наверное, миликов перекинуть на трэш. Если будет хорошо, то рок отправить на босса, котов потом. Ну, котов оставим точно. Рок мы вчера ставили, они сразу падают. Только контроль, они сразу там в пачке падают. Под ОЕшкой. Ну, там за 2-3 секунды до контроля пускай милики подстопают свое ОЕ. Пару секунд на увидели, что нет контролящего, и дальше дали давить. А еще под лицом фанатиков любят бегать. Так, ну, наверное, это уже личные предпочтения каждого. Мне кажется, рарника мы на трэш поставим. Так, рарника, я думаю, поставим. Там хорошо будет, удобно подбежал, лужу закинул. И немножко так издалека печатями подбивай. Будет печать, у них рейндж хороший. Потом кого еще? Призан и Акиса, как смотрите на то, чтобы на трэше кого-то из вас закинуть? Тоже аккуратно там тотемами. Что у вас у Еши Туэнхов, я не знаю. Клива вроде, ну, нет, там, но тотем. Нет, там тотем как раз огненная у Еши. Тотем магма у них там у Еши. Давайте, короче. Да, он там копейки бьет вообще. Давайте, ну, хоть что-то. Призан, давай ты. Призан, рарник на трэш. Ну, так, и насчет на стресса. Ну и на стресс, короче, ты чаржись в трэш. Только аккуратно в этих. И еще вопрос такой. Вилаш, а что у тебя с этим, с приверженцем? Он как-то идет туда далеко, и что-то не можешь его сильно в звезду притянуть. Вот примерно отсюда. Или он на леди идет в ту сторону, что он тебе до звезды не доходит. Идет на миликов, а вот пидорас, блять. Ну ладно, как грипнешь. Хотя бы вот сюда, чтобы в пределах 10 метров от звезды. Вот, то есть добавили мы призана, рарника и ностресса на трэш. Ну и так попробуем. Так, рыбу ставлю. Блин, там ладный пояс упал, надо было атаку с рылка челика. Где пишет? Вот я на форуме заметил, что только латный шмот там, короче, указывают. Никто тряпку. Химиса, два носка и Вилаша. Тут. Не Вилаша. Все готовы, даю что-то. 271 латный, надо было атаку. Трэш как можно быстрее стараемся убить, а у Ешки прям стараемся сильно. Надо идти в РЛК парам, блядь, пояс. А сейчас целка закончим, пойдем. Все, фулл ОЕ даем. А чё, маги пикнуть нету, вот это мы вот пацаны, блядь, как что банкомат. Взрыв. Ну, притяжка КД, ничего не получается сделать, ложимся сразу. Так, ну у нас кто есть? У нас рарник есть, который бьет трэш. Это надо увидеть. Взрыв. Викторка. Ты видел взрыв, что он кастовал, нет? Или ты... было, когда... Я видел. Тоже было. Да кстати. Там у нас сразу человек 4 полегло. Я кричал Адон сразу с VC, бесит туда.
Ну вы либо отбегаете. Кто вот сдох там? По-моему, два РДДшника, да, сдохли? Ну ты первых 4 челика, кто сдох? Ну-ка сейчас промотаю. На, блядь, не пишет аддон. Первый умер Лем, два носка, Викторка, Эй, я, Ду. Ну вот, и, это 4 и, РДД. Да. Вы можете подальше стоять. У взрыва там рейндж. Ну, подальше просто от взрыва отбегайте. Пускай он на танках взорвется. Если сбить нечем, то не стойте. 4 РДД, как вы стоите? Может, блядь, у лестницы вообще танчить 7 этих мобов? Тоже смотрите на рейнджа, как вы стоите. Или у вас рейнджа 15 метров, что вы стоите возле мобов и взрыв ловите. 4 РДД сдохли на взрыве. Поближе туда к лестнице встаньте, видите, если взрыв. Если вы не видите взрыв, то надо, блядь, включать индикаторы противников, красные вот эти. Какой-то аддон ставить на полоски, чтобы у вас были полоски кастов, что мобы кастуют, чтобы вы все это видели. Если этой хуйни нету, ну я не знаю. Тыкайте, переключайтесь там на мобах. Или, ну, ДБМ в любом случае на взрыве должен писать. Да он орёт. 4 РДДшника. Взрыв сейчас будет. Вот и считай, 4 РДДшника сдохли на взрыве. На первой фазе. На первом трэше, блядь. Вот и делаем выводы. Когда вы перестанете сдыхать от той хуни, от которой не надо сдыхать, сразу будет босс убиваться. Контролить. Может, надо делать скрины интерфейса, наверное, уже, чтобы скидывать, у кого стоит. Ну да, походу. Нихуя не видите, судя по всему. Просто есть если стоит ДБМ, это невозможно не заметить. Танков он не убьет этот взрыв. А вы вчетвером сдохли, это все, это вайп. Акиса. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Из лужи вы сходите сразу. Трэш пошли бить. Контроль 5 секунд. Быстрее завешите, быстрее освободимся контролить и выживать. Контроль даем. Но стресса не убейте, дайте ему вихрь. Бегает без вихря, пацан. Граундинг под себя ставит. Трэш секунда. Готовимся. Лоуе по трэшу. Контроль 5 секунд. Помогаем трэш. Контроль раздаем. Взрыв отдавите, разбивайте. В луже сдох. Трэш. Сбоку дубость. Там Равис даст БР, нет? Напишите ему тут. Написал в объявлении рейда. По кому надо? По локов, 4-й патч. Контролем. Если что, сбейте стан, я не смогу сбить, я контролем. Написал ему. Мобов, помогите добить РДДшники. Следующий трэш 2 секунды. Фулл АОЕ. Контроль даем. Слева возьмите мобу.
справа. Вот пошел всех убил. А, на нем это. Милики, идите, побейте моба. Сейчас череп поставлю. Физическим уроном. РДшники тоже его задотите, когда с него щит спадет. Бейте моба. Дрэш 2 секунды. Полоку каску лапы пристабав. Которого резнули. Че там у босса, кстати, хп? А, дохуя еще, я понял. Трэш. Фулл ауе даем. Дай стан. Контроль. Не получается, кота разъебали. Сейчас трэш добьют, хамелеон реса и это, кота Зивандиса. Реса Зивандиса. Зивандис реснишь Спокмана. Сразу Спокман ресы. В каску лапу пристабав фул обновляем. Лужа, лужа. Так, трэш бьем. После этого трэша будем переводить. Давайте фул ауе по трэшу сводим. Контролем. Давайте уже Геру и фул ДПС по боссу переводим. Так, это сдох хант у нас. Так, Мишка, смотри, с какой стороны выйдет трэш. Фул ДПС, блять, 5 секунд. Стопните по боссу, стопните. Успею. Отойдите от босса, милики, отойдите. Не успеете. Секунду это трэш. И полтора ляма. Еще трэш. Еще трэш пачку бьем. После этого трэш уже лям переводим. Контроль, сейчас будет контроль. Контроль, секунда. Зеленые лужи выходим. Рарник, рарник, контроль. Блять, ебаный кил. Нахуй вы теряете трэш. Шамана сейчас убьем. Рарник, рарник. Сейчас срыв будет. Это очень хорошо, что вы все это озвучиваете, но не знаю, чем это поможет, это ничем не помогает. Да, это переводите босса, посмотрим на вторую фазу. 2 секунды до перевода, 300 тысяч. Нет, это ложимся. Одна пачка вышла. Ну давай побьем. Трэш, Мишка, танчи. Бегите от духов. Видишь, 2 хила лежит. 4 дд лежит. Чилят. Взорвал духа. Биг дэмэдж взорвал. Ложимся. На второй фазе я трэш там же танчу, где они выходят. А где они выходят, да, и смотришь, если типа их долго убивают, там РДДшники, то начинаешь перебегать на другую сторону. Окей. Короче, от адмирала Адон кричит за 5 секунд. Короче, у меня снял пуху и типа перед контролем. Я еще не в контроле, он уже меня пуху снял. ДБМ сам пухи снимает. Да, сейвовый аддон получается. Я еще даже не был в контроле, он уже с меня снял похуй там. Типа можно сказать, кто кого законтролит. Те вот кто танки, там ДКшники, вы тоже смотрите, в мелизону на танков спокойно духи летают. Их хлопать нельзя. Вокруг нас рейд стоит. Ставлю рыбу. Биг дэмэдж, ты где там? Тут я, тут. Далекли. Все то же самое, только сдыхать на первой фазе нельзя. БРы по 6 минут КД. До второй фазы надо без смертей дойти. Надо было там где-то до 300 тысяч. Перевести, потом переводить босса. ССМ. Да, рановато стали. Да, там. Я думал 6 лямов переведут, 6 лямов не получается.
ССы кому покидать, может быть? ССы? Ну давай ты будешь кидать... на Рависта постоянно. Химиса будешь кидать на второго кота. Вихторка будешь кидать на Мишку. А Олд будешь кидать на Геншина по КД. Вот на этих четырех людей. Как от КДшца, так и кидайте. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Фу, ВЛЕ даем. Служи, выходим. Контроль. Так что я могу. Трэш 3 секунды. Готовимся. Трэш. ЛЕ. Контроль 2 секунды, готовимся контролить. На вишке больше добавляем. Контроль, стопаните немножко. Все, добиваем мобов, контролим. Добейте мобов, занотуйте, чтобы сдохли они. 3 секунды, готовимся. Так, грипаем мобов. Фулл АОЕ даем. Контроль 2 секунды. Контроль секунда. Даем контроль по людям. Не убиваем, не уешим. Так, призан, вставалка есть? Блять, разъебали пацанов. Вставай, призана каску лапа пристабав. Два моба, развернитесь, добейте, пожалуйста. Следующий трэш, секунда. Там возвратка летит еще с мобом, с щитом. Так, сводим мобов. Фулл АОЕ даем. Контролим. Призана разъебали второй раз. На стресс, Спокман. Три тела лежат. Я думаю... Нет, сразу падаем. Следующий трэш выходит, он встаем в лужу. Призан, как тебя два раза разъебали? Напиши, я пиши. Спокман на стресс. Подбежал на стресс бить трэш и разъебал АОЕшка, да? Сейчас посмотрю, детали смерти. Не, ну это, меня убил шаман за контрольный. По нему просто контроль не пришел. Это кого? Спокмана? Это Спока убил шаман. Шошу взяла в контроль, и он подошел просто молнию мне в табло. Так, призан семя порчи, это уешка его убила. На стресс. Просто, может, это... призана уберешь, я там один справляюсь с этим трэшем. Кого убрать? Призана убери с трэша. Это, вот, а ты не пробовал, чтобы не сводить мобов по краям? Пробовал, блядь, ДПС еще больше теряется.
Просто... Мобы живут долго. Тут ну, не такой одетый рейд, чтобы так играть. Там смотри, ДПС мало. У нас вот основной момент, то, что если на чуть-чуть, на секунду кастеры, ой, кастеры, контроллеры, ну, чуть-чуть прослакали, люди же в основном месте там под АУЕ, под всей этой шляпой стоят, это ваншот. Ну, как шаман, наверное, там и сдох. Не, под АУЕ только три человека из ДД. Призан сдох на стресс, я так понял, под теневой колун забежал, да, под лицо фанатика на стресс? Ну, там, нет, там, он короче, повернулся. Это, вот, короче, когда в кучу дергивают мобов, заходит контроль, и кто-то, блядь, их фиряет. Какой-то приз, наверное, блядь, или кто это делает, я хуй знает, нахуя. Дает АОЕ фир, и просто убегает фанатик, короче, туда. Его начинаешь, ему две ЛПхи даю, он, грубо говоря, на мне, но при этом, блядь, он стоит вообще, нахуй, в другой стороне. Я понял. Это либо приз, либо лут делает. Ему еще, сука, нову дают, нахуй, и он просто там, блядь, кого-то ближайшего чпокает и убивает. Ништяк. Так, надо, блядь, скажите мне, милики, кто сможет, кот, может быть, ты сможешь бить трэш и не сдыхать? На стресс сиди на боссе, призн сиди на боссе, вы сдыхаете. Я могу бить. Рарник, ты остаешься на трэше. Ну это, давай я на мутике пойду бить трэш, у меня ОЕ нормально. Спокман. Этот, да, 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 кто он? Зивандис, справишься побить трэш? Да. Ну не то, что всегда, ну помогать чисто. Там, допустим, калечение там на мобана какого-то повешать тоже неплохо. Да, у котов офигенное ОЕ. Ну и это... Нам... Оно офигенное, если они, видишь, они перед лицом у тебя должны быть. Еще и в кучке должны стоять. Тут тоже палка о двух концах. Если они хуёво стоят, то... Скажет, ты будешь в контроле, я сразу блинканусь. Погодите секунду. Нам нужна очень лапка на рейде. Просто резисты от циклонов летят просто каждый третий. Ну, хотите снимайте, я не снимаю. Танки лучше не снимайте. А остальные, ну хотите, можете снять. Ну, это еще характеристики помимо этого сопрота. Мы тут под ДД фласками. Не спульте босса только раньше. Зивандис тут. Все готовы, даю отчет. Ждите, ждите. Откадешься там, если во время пула локи обновить ИСС. Так, фулл ЛОЕ. Бля, меня убили. Так. Зиванди, срезай его. Контролем. Ну, после контроля там как. Реснешь рарник. Меня имен сдох. Меня призван убил. Рависту напишите, чтобы он резал имя имен. Ему понятно. Один... Стоит этот последователь. Его убить. Следующая пачка вышла. Контролем. Что-то хуёво с трэшем в этот раз. Добивать его, да уешивать, и чё вы? Он миликом мобан, да на лестнице убить. На милики на боссе. Следующая пачка. Вторую пачку стоит. Фанатик потерялся, вылаж что ли? Фулл ОЕ даем. А, пристопните там. РДДшники могут быть. Ой, контроль. Все, фулл да увешивайте сейчас после контроля. И моба, там взрывка стоит моб. Вот теперь шаман сдох. Ну, этот, Мишка, освободишься. Давай, я тебя забрал, фанатика, рез и шамана. И инер ему дашь сразу. Контроль 5 секунд, трэш, пачка вышла. Готовимся.
пул ЛЕ. Химиста прибежал. Да, я уже прям под ЛЕ стою. Ай, блядь. Да, нехуй делать, нахуй. Ложитесь. Может, все-таки по старинке? Лево-право танки будут. Попробуем еще. Да тут даже проблема не в этом. Контроля мало, слишком мало. Контроля мало, да. Ну просто попроще будет контролить, когда две пати по разным сторонам. Иногда они, может не фартануть и они, не знаешь, успеют разом. Знаешь почему хуёво? Потому что коты сидят, ну допустим, Зивандис хуй с ним, вихрь кинул. Мишка танчит трэш. Это минус два вихря уже. Точнее, этот один вихрь Зивандис, допустим, дал. Равист сидит на боссе. Он от босса 50 метров до звезды. Он никак не даст вихрь. То есть нацеленности на то, чтобы убить босса, нету. Вообще, чтобы Рависту убить этого босса, ему нужно, ну, давать контроль постоянно. Я не знаю, не ДПСить. В сову, короче, спекать. Мы можем спекнуть его в сову, да. Надо было изначально его в сову спекать. Сейчас напрягем его. Ну, допустим, по сторонам давай попробуем. Сейчас попробуем разделиться. И одного танка в ДД закинем. Давай, это Вилаша, у тебя так как ДД есть. И еще момент, 4 лока вы можете вытащить эти лики, которые мгновенно фиряют какого-нибудь лоу левела и помогать контроллерам. 3 типа... минуты КД и... Ну, ничего страшного, хотя бы пару раз за бой и потом своим фюром добить сверху. Нет, конкретно за наши бои его можно нажать один раз. И потом мы ее переводим. Ну, контроль-то весь бой будет, там на второй твайс только. Так, давай, пока друид кастит, вы уже помогаете. Мишка, ты, короче, танчишь в луне. Просто если я, например, ебану его контроль, то он у меня будет таргетом, но бесы будут пиздить его. Хочешь этого? И Вилаша, давай в ДД. Я говорю, может, я Навара лучше пройду? А ща, погоди, ну может быть. Давай, давай, Навара, похуй. Тогда я Вилаша обратно в танка. Так, мы Вилаша с тобой с правой стороны. Так, кружок, крестик мой, а твой ромбик и треугольник. Треугольник гриппаешь к нам, в район крестика туда. Так, где луна, там Мишка. Так, давай теперь поделимся. Я теперь еще на себя луну беру. Кто? Мишка, Мишка. Да, да, ты с одной стороны, у тебя 3 моба. С лестницей или мы грипп. Или я там буду стоять. Ты тут будешь стоять? Да, ну мы решили не в центр их сводить, а по сторонам бить. А, ну все, понял тогда. Ну смотрите, значит теперь право-лево бьем. Давай сейчас разделимся. Чтоб поровну было, у нас 3 танка. Так, миликов сколько у нас? 7 миликов. А нет, 8 с призаном. Равист в сове. Так. Малефицист, история. Призан. И иерарник. Бьете слева. В луне. Запомнили? Малефицист, история, призан, иерарник. Вы слева. В крестике бьет справа из миликов. Кто остается? Кот, Зивандис, Настресс, Акиса и Спокмент. Вот, соответственно, там, там напуливайте только Спокмент. Там напулишь фанатика на Войда. А этого история напулишь... Ну, какого-то фанатика в черепе тебе сподручнее будет, ближе к боссу. Его напулишь на Мишку миллиона. Так, теперь по РДДшникам. РДДшников остается у нас 9. Хант, короче, где хочешь, там играй, где приоритет, где есть мобы. Остальные 8. Так, остается что у нас...
Локи, давайте. Химиса Вихторка. Химиса Вихторка слева. Олд и имя имен справа играйте, вне крестик. Потом Элем, Сова, на усмотрение на свое играйте. И магия. Эйя, играй слева в луне, а два носка справа играй. Так, этих разделил. ДДРДД. Все, танков разделил. Ну и все, служи выбегайте, контроли. Так, а что у нас, где Равист? Равист Сове. Равист, что я ему говорил, квадраты, да? Равист. Квадраты. Приоритет. Сове. Контроль. Вот, ну Зивандис, у тебя что, у тебя треугольники, да? Ну а луна, имейте в виду, на контроле, когда луна вешается, это уже весь рейд. Любой контроль какой-то сдавайте, потому что на нем вихря нету. Мишка трэшем занят. Ну и так попробуем. В принципе, должно ДПС хватать. Главное достигнуть нам результата такого, чтобы мы на первой фазе не сдыхали. Вот рыба. Ну и СС, если обновились, там у вас есть это. Можете обновить там. По минуте БР остались у людей. Ну, трэш, это означает трэш бьют все. Убили трэш, пошли бить босс. РДД и милики абсолютно все. Если правая пачка, допустим, убивает свой трэш, мы помогаем левой пачке убить. Да, да, но это не касается миликов, это касается РДД, потому что милики бегут на босса бить. И им будет огромная потеря бегать туда-сюда, ну и со стороны в сторону, блять, по 50 метров эту хуйню делать. Так, Эвилаша, я забыл, какой... А, я кружок и крестик, а ты ромбик и треугольник, все, вспомнил. Так, проверка была завершена, даю отчет. 3, 2, 1. Вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Фулдамаг по трэшу. Контроль, секунда. Контрольте. Трэш 3 секунды. Диспел фера, диспел фера. Фулл дамаг по трэшу. Контроль 3 секунды, готовимся. Контролим. Убиваем мобов. Да иди ты нахуй, блять, он хилится. Собаку добейте, РДД. Вон, все, дальше босса бьем. Трэш 3 секунды, готовимся. Блять, тупо не успел нахуй идти, блять. Фулл дамаг по трэшу. По трэшу ответственно играйте, посильнее. Контроль секунду, готовимся. Контроль даем людям. Миса, прира. Приза. Спелфера. Пиздец, нахуй. А киса вставалка есть? Фулл баф по кисе. Зивандис резай с покмана. Равист, Рависту скажите этого резать. Блять. Ложимся, нахуй, в пизду. Это невозможная хуйня, я не знаю нахуй.
Ну, на самом деле неплохо, но потом теряются контроли. Нужна помощь локов, по-любому помощь локов. Я понимаю, что плюс... ну лок даст фир, это все заебись. Челик, который в фире, он не ебнет пол рейда, это заебись, это охуенно. Но этого челика разъебут. Сейчас опять в кружке взорвался моб, с два тела сдохли. У нас кто там справа? Я забыл. Кот. А, блять, маги, у вас дипфризы есть? Или вы какие маги? Так, этот огненный глаз. А то ли мне кажется, то ли трэш резнулся. Да там трэш просто резнулся и взорвал нахуй весь рейд. Помощник ёбнулся у нас в рейде. И до этого тоже все так же. На 60 тысяч прилетел от помощника. Вот до этого трэш. В такой момент, типа, у вас 2 ДК справа, вам бы лучше с медведем поменяться, потому что у вас справа это одна милицель, типа, у медведя 2 милицели, он не может держать грамотно, ну, типа, ему тяжело, а вы вдвоем, типа, 2 милицели хватаете, а там уже кастера или парня с лестницей вам проще. Да, наоборот, если мишки, проще тащить двух фанатиков. А ну, это на самом деле, танчить-то надо только фанатиков, а приверженцы-то так раз этого расхлопают. Да. Ну вот он. Поэтому типа вы приверженцы. Ну, окей. Ну, я танчил, мне всегда проще двух миликов танчить. Не знаю, как мишки. Хамелеон, как тебе это? Мне без разницы. Ну просто нужно свечить цель, кидать огонь в одного даунта, так ничем больше не отличается. Ну да, там приверженцы-то один, а у нас два приверженца. Че, нас вот эти мобы разъебали? Да нас разъебали, просто разъебали. Не мобы, а просто разъебали. Просто если у меня фанатика сорвут, а у меня нет таунта, вот это проблема будет. А так, в принципе, проблем нет. Ну там, смотрите, вот кто слева бьет. Вы, милики, вот сколько у вас там, 4 человека бьете, вы в первую очередь зергаете центрального блока, который приверженец. И вообще трэш долго дохнет. Пиздец, очень долго. Босс не бьется, трэш не бьется, нихуя. Не знаю, как что делать, нахуй, я хуй знаю. На циркуль возвращаться играть, нахуй, или что, блядь. Там знаешь, сколько хп у леди? Там у нее 14 тысяч маны, что ли, блядь. И 20 тысяч. И 20... 14 лямов маны и 20 лямов этого, блядь, хп, блядь. Вот там заебись. Не, ну это были же хорошие моменты, просто надо не торопиться и это. Типа просто акцентировать внимание на контролях и на остановке ДПС, когда рядом твой законтроленный паренек бегает в эфире. И да, все. Надо торопиться. Надо жить просто в этом режиме и просто привыкнуть, чтобы люди стопали свой ауе урон и прочее. А еще, когда взрыв, либо отбегать, либо давать стан, если он есть. Лучше всегда отбегать. Ну, хз, у нас типа есть там, что у нас есть, чаржи есть, притяжки есть, паладин, 3 паладина. Думаешь, хапала заботит, когда там взрыв? Ну, он гном, который за это там будет стан давать. Я могу спекнуться в дерево, бегать чисто вихрять, выходить иногда. Это кот, зеландиск. Если ты в дерево спекнешься. Просто можно этот, например, тот же кот, типа, останется всегда на трэш, он даже к боссу бегать не будет, чтобы всегда быть в зоне доступа. А тут кто у нас? История, типа, просто на босса АФК посадить. Нам, в принципе, хватало. Только нужно, ну, чаржи... Ой. Скажу, фанатиков заливать в последнюю очередь, первые только приверженцы, потому что они потом дают щит, это лишние 50 тысяч урона с каждой стороны, это ну, много. Вот мы кого-то на босса садим, трэш будет бессмертный, он перерождаться будет, и там заново ему хп надо снимать, а еще у него обилки хуевые, а еще он хилится. Да, такой босс. Тут надо все и сразу. И то, и другое.
Сейчас через 2 секунды давай Лаша не зыбку. Давай не зыбку. Стаунтитесь меня надо. Ну, на Эновин давай сокру. Еще один остался. Конечно, не эксперт, но мне кажется, нам просто не хватает еще одного фаермага. Допустим, как это вчера было. Трэш улетал очень быстро, мы спокойно приводили практически. Стал каждый грубо. Трай. Да, в минус 3, блядь. Каждый трай. Ты это забыл сказать. Ну, это другой вопрос. В минус 3 с двумя БРами, блядь. Не, в смерти на первой фазе это уже, ну, звонок о том, что, блядь, нам не светит нихуя. Вот как только переведем, да еще и там сыграем, от духов отбежим. Духи, если что, так, напомню, блядь, каждые 10 секунд появляются. Че, мы ничего не меняем, так же бьем? Ну, попробуем, да, так же по сторонам. А че, ну, например, что надо поменять? Перекинуть рогу слева на босса, там быстро сдыхает трэш. Есть РДД. РДД 4 с той стороны, 4 с этой стороны. У них там 3 РДД на усмотрение на свою играют. Если вы слева разъебали мобов, так будьте добры, справа есть мобы. Не хотите мобов бить, я не знаю, давайте их солить. Я говорю, это напряжный босс в плане того, что тут надо и трэш, блять, и босса хуярить. Слишком дохуя механика. Они его усложнили еще, эти пидоры, блять, админы ебучие. Вы пройдешь, блять. Может, гир еще нужен в рейде, прям серьезный. Не уверен, тут есть кому где поодеваться там. Все готовы, даю отчет. Мак, дай МК второй. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Контроль 3 секунды. Готовимся. Контролем. Всегда бы так было, что контроль, когда буф нет. Вообще идеальный был бы босс. Кто-то шипит. Я, наверное, 3 секунды. Кто там сбежал? На приверженце. Контроль 2 секунды. Готовим сейчас людей не разъебать. Законтролить. Опять шипишь. Да сейчас, если это... Контролем. Так, надо леди запомнить цель. Нахуй 70% маны врез. Трэш 3 секунды. Готовимся. Контроль 5 секунд, готовимся заранее на контроль. Контролим. Рейндж там набираем, отбегаем заранее, чтобы вас не разъебали. Контролим. Кособоки, все РДД переключитесь, кособок, он дал ему оковы. Набейте фанатик, он хилится, или заставите хилку с него, типа, ну... Ханта не прыгает. Трэш 2 секунды. Пока живые все. Играем, давайте. Стараемся. Контроль 5 секунд. Готовимся заранее контролить людей. Секунды контроль. Не разъебите людей. Хилится фанатик, блядь. Контролем.
Мобата, помогите, блядь. Следующий трэш 3 секунды. Слева на пульте кто-то стал. Так, трэш бьем. Контроль 5 секунд, готовимся. Взрыв. Контролем людей. Сдиспельте с фанатиков эту хуйню. Кто там, маги какие-то вот на войде фанатик. Филится по КД. Добивайте трэш быстрее, скоро следующий выйдет. Зиван, дисрес и малефицисты. Трэш вышел. Каску лапу пристабав по малефицисту. Контроль 5 секунд. Готовимся. Заранее готовимся. Контроль людей. Контролим 2 хила в контроле. Помогите добить моба. Это РДДшник, РДДшный моб. Трэш 5 секунд, следующий. Это ебаная, блять. РДДшный моб, ну разъебите его. Трэш секунду. Давайте готовимся. Так, фул дамаг по трэшу. Контроль 3 секунды. Готовимся, внимание, законтролить людей. Так, контролим. Химиса на стресс и я. Кособокие РДДшники все зергнули. Дал ему окову. Кособокого разбить. Все, до следующего трэша 5 секунд. По боссу побольше дайте сейчас. После этого трэша надо будет босса переводить. Побольше по боссу дайте. Милики подольше на боссе посидите сейчас. 5 секунд. 3 ляма. Еще сидите. Секунды 3. Все, идем трэш. Лям 900 на боссе. После трэша надо будет сразу переводить. Контроль секунда. Сейчас людей законтраливаем. И Вилаша дай не зыбку. Равист историю резнишь, напишите ему. Все остальные, все РДД фул по боссу, лям переводим. До следующего трэша нам не надо. На пулы, на войда все даем. Равист историю резни. На пулы, на войда. Все, Мишка, трэш танчишь. Духов, не забудьте духов. Давайте. И так, Авилаша... Мы трэш бьем, милишники, или что, или в РДД убиваем? РДДшники. Давайте, духи от духов бежим. Хлопните духом и сразу вайпанемся. Духи каждые 10 секунд. Контроль даем. Баны, контроль. Духи побежали. История взорвал духа. Можем ложиться. Рарник, будешь бегать за трэшем на второй фазе. И... Кому еще там? История лежит. История, ты духа хлопнул и убил. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь людей. Ложитесь, ну, хуета это. БРов нет, блядь. Семь человек лежит. Там это, типа, чтобы милики, ну, концентрацию теряют, залипают. Мы обычно делали это потихоньку, по кружку вводить босса. Вот так. Просто легкое движение, чтобы это по сторонам смотрели, а то забывают и умирают вот сейчас, как было. Да, я стараюсь ее вводить, только она кастует вот эти свои, блядь, ледяные стрелы. Не, понятно, поэтому и потихонечку вводить. Я могу однотить духов там, чтобы тебе не отвлекаться. Буду говорить РДД, там ники могу называть по мелочи. Ники на кого духа, что ли, летит? Ну, ники в какой области, с кем рядом, на кого бежит, ну, если увижу. Но это не точно. Ну, смотри, периодичность появления духов 10 секунд. Весь эфир, ну, типа, да, весь эфир просто на духах будет. Они каждые 10 секунд появляются. Там это и надо, типа, оно, больше там нечего делать.
Трэш я вижу, мне не надо наносить. Это хорошо. На трэш рарник, короче, бегай. Кто еще на трэше из миликов хочет побегать? Ну вот если бы сейчас не история, и если бы получше еще сыграть, сейчас следующий трэш посмотрим, может получше будет.